год. Подводная «Одиссея» команды «Кусто» была представлена вашему вниманию фирмой «Рено». Величественные картины подводного мира, надеюсь, не оставили вас равнодушными. И в следующее воскресенье вы сможете продолжить путешествие в глубины Мирового океана вместе с отважным французским исследователем. Итак, 3 января уже нового года в 13 часов 25 минут очередная серия мультфильма «Пиф и Геркулес», а в 13:35 продолжение сериала «Подводная одиссея» команды «Кусто».